Ваше Святейшество, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые дамы и господа, сегодня у нас торжественное событие. Мы вручаем диплом и мантию почетного доктора Дипломатической академии Министерства иностранных дел России Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Соответствующее решение принял ученый совет Дипломатической академии, который отметил, что звание почетного доктора Дипломатической академии присваивается Святейшему Патриарху за выдающийся вклад в духовно-нравственную, просветительскую, миротворческую деятельность на благо Отечества, крупные достижения в области науки, помощь и поддержку в развитии Дипломатической академии МИД России. Я от себя добавлю, что это здание и люди, которые учились и работали здесь, давно и прочно связаны с Православной Церковью. В XIX веке здесь находился Императорский лицей имени цесаревича Николая. И один из выпускников этого лицея, Симанский, стал впоследствии святейшим патриархом Московским и всея Руси с 1945 года по 1970 год. Сейчас мы изучаем архивы этого лицея. Из этих архивов совершенно явно следует, что подавляющее большинство выпускников этого лицея в самый трудный час нашей Родины, в гражданскую войну, оставались верны Православной Церкви и идеям патриотизма и государственности. Ну а на нынешнем этапе Святейший Патриарх, когда он был митрополитом, являлся членом попечительского совета Дипломатической академии, помогал нам, поддерживал нас и покровительствовал нам. А сейчас благословение патриарха, митрополит Иларион является членом попечительского совета Дипломатической академии, и в ближайшее время мы должны подписать соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией и общецерковной аспирантурой, докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия. Это означает, что мы и дальше будем сотрудничать и углублять наше сотрудничество Дипломатической академии с Православной Церковью. И в этом нашем стремлении сотрудничать с Церковью нас поддерживает наш попечитель, Министерство иностранных дел Российской Федерации. В этой связи я хотел попросить выступить министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Ваше Святейшество, уважаемый Евгений Петрович, уважаемые коллеги, друзья. Его Святейшество является почетным доктором целого ряда престижных университетов и высших школ в России и за рубежом. И нам, в Министерстве иностранных дел, особенно приятно, что сегодня в этот ряд встраивается наша дипломатическая академия, внося тем самым свою лепту в признание заслуг Святейшего Патриарха в глубоком осмыслении сложного этапа мирового развития, анализе ключевых проблем современности через призму неприходящих нравственных духовных ценностей. Перу Святейшего Патриарха принадлежат многочисленные труды, затрагивающие в том числе фундаментальные вопросы мироустройства. Возглавляя в течение 20 лет отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Святейший раньше многих сделал фундаментальные выводы о повышении значения в глобализирующемся взаимозависимом мире вопросов нравственности и морали, об их перетекании в сферу практической политики и экономики. Еще в своем выступлении в Страсбурге в октябре 2006 года он подчеркивал, что никакие экономические или политические интересы не должны препятствовать воспитанию морального поведения членов общества, иначе возникает прямая опасность навязывания меньшинством своих представлений большинству в эгоистичных, а то и прямо разрушительных целях. Сегодня уже многими видными международными деятелями, причем не только религиозными, высказываются мысли о том, что неспособность к самоограничению, утрата культуры выработки компромиссов, попытки обеспечивать свои интересы за счет других относятся к числу факторов, расшатывающих международную стабильность и подрывающих шансы на устойчивое глобальное развитие. Все более широко признается, что в условиях обострения конкуренции на мировой арене опасной тенденцией становятся попытки
использования для давления на суверенные государства в качестве инструмента ценностных ориентиров, которые отнюдь не являются универсальными, но произвольно определяются правящими элитами отдельных стран. Патриарх Кирилл очень много сделал для обоснования возможности построения нравственной платформы солидарных действий мирового сообщества, в том числе в вопросах обеспечения прав человека, при опоре на традиционные ценности, которые обеспечивали поступательное развитие человечества в течение тысячелетий. Неоспоримо неоценим вклад патриарха в целом выработку творческой, опирающейся на твердые устои и в то же время устремленной в будущее позиции Русской Православной Церкви, которая становится все более заметной и весомой частью общих усилий на таких важнейших направлениях, как консолидация русского мира, содействие межконфессиональному, межцивилизационному диалогу, защита христиан, которые подвергаются сегодня гонениям в различных регионах. Особо хотел бы отметить неустанную работу, проводимую Церковью и лично Святейшим Патриархом ради установления мира и спокойствия на братской Украине, примирения враждующих, обеспечения законных прав всех без исключения граждан этой страны. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между внешнеполитическим ведомством и Русской Православной Церковью в интересах утверждения в мировых делах правды и справедливости, атмосферы взаимопонимания и партнерства. Новой вехой в его дальнейшем наращивании призвано стать соглашение о сотрудничестве между Дипломатической Академией МИД России и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая, как сказал ректор Дипакадемии, сейчас готовится к подписанию. Хотел бы от души поздравить вас, ваше святейшество, с присуждением почетного звания, пожелать вам доброго здоровья, долголетия, новых успехов в вашем благородном подвижническом служении на благо Церкви и Отечества. Сейчас, уважаемые друзья, коллеги, мы вручим диплом святейшему и матери. Сейчас, уважаемые друзья, коллеги, разрешите попросить Святейшего Патриарха выступить перед нами. Уважаемый Евгений Петрович, ваше превосходительство, господа послы, профессорская преподавательская корпорация, слушатели Академии, дорогие братья и сестры. Для меня является особой честью присуждение степени почетного доктора Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, престижного, известного учебного заведения, которое является кузницей отечественных дипломатических кадров. И не только дипломатических кадров, но многие выпускники академии, как известно, занимают высокие государственные посты. И поэтому в каком-то смысле это учебное заведение является кузницей нашей отечественной элиты, и не только политической элиты, но и есть выпускники академии, которые достигли значительных высот в бизнесе, в общественных делах, и вообще стали известными и влиятельными людьми в нашем обществе. Мне приятно вновь посетить это место, где я прежде неоднократно бывал, и как председатель отдела внешнецерковных связей Московского патриархата выступал в этом зале, всегда ценил возможность живой, открытой дискуссии с высококвалифицированными людьми, специалистами в области внешней политики. И полагаю, что диалог, который начался у нас в 90-е годы между Русской Православной Церковью и Министерством иностранных дел, уже имеет свои положительные результаты. И эти результаты формировались на протяжении этих последних десятилетий. Ценю возможности сегодняшнего общения с профессорско-преподавательским составом, со слушателями Академии. Я, ценя ваше время, постараюсь остановиться на
вопросах той части повестки дня Русской Православной Церкви, которая имеет отношение к внешним связям, к международным делам. Вот в этой сфере у нас есть собственная церковная повестка дня. Она включает в себя отношения между поместными православными церквами. В прошлом году мы договорились на встрече глав всех православных церквей о том, что в 2016 году в Стамбуле будет проведен Всеправославный собор. Правда, сделали такую важную оговорку, если ничто не помешает осуществить этот проект. Потому что много событий, которые происходят в мире, каждый из них несет в себе определенные опасности, в том числе и для межправославных отношений. Поэтому, если все будет благополучно, то в 2016 году собор состоится. И на нем, помимо чисто таких церковных тем, важных для православных, будут рассматриваться и вопросы, которые имеют отношение к церковно-общественным связям, к взгляду церкви на проблемы современности. Сейчас идет работа по редактированию документов, которые должны быть представлены на соборе. Если все будет благополучно, то собор состоится. Но, как всегда, вокруг важных исторических событий существуют какие-то интриги, подпольные и подводные течения, попытки повлиять, в том числе и со стороны политических сил. Мы со всем этим сегодня сталкиваемся, особенно в связи с кризисом на Украине. Потому что такое важное событие, как собор, всеправославный, это событие не может остаться вне внимания тех политических сил, которые активно участвуют сегодня в событиях вокруг Украины. Но мне бы хотелось остановиться даже не столько на этой, собственно, церковной повестке дня, связанной с внешними сношениями, как на общественных политических вопросах, церковно-политических вопросах. И я бы в первую очередь хотел сказать о том хорошо известном факте, что система международных отношений, сложившаяся после окончания Второй мировой войны, переживает непростые времена. И вооруженные столкновения, перевороты, политические кризисы, различного рода революции становятся реальностью во многих странах мира и изменяют тот миропорядок, который сложился по результатам Второй мировой войны. На эту тему можно говорить много, я не буду слишком пространен, потому что полагаю, что в этих стенах есть более сведущие люди, способные лучше представить политическую картину современного мира. Но я бы остановился на том, что сегодня особенно беспокоит Русскую Православную Церковь. Это то, что происходит в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в некоторых других странах Азии и Африки, когда прямым гонением подвергаются христианские меньшинства. Совершенно очевидно, что так называемая «арабская весна», которая имела источником своего происхождения внешние по отношению к арабскому миру импульсы, под предлогом демократизации общества повлекла за собой крах существовавших политических режимов. Но, как это часто бывает, те цели, которые декларирует революция, не достигаются. Но самым ярким примером была наша революция. Все те цели, которые были декларированы, ради которых люди проливали кровь, шли на братоубийственную войну, практически не были достигнуты. Вот то же самое происходит обычно во всех тех ситуациях, где революционные преобразования, вовлекая в братоубийственную войну народ, стремятся реализовать какие-то планы. Но на самом деле чаще всего происходит смена идеологической, политической парадигмы, ну и сопутствующие этому смены элит. Ясно, что не всем это приятно слышать,
Но всякая революция предполагает смену элит. А значит, передел сфер влияния. А значит, на место одних приходят другие. Хорошо, если достигаются какие-то цели, но есть положительные для всего народа, а если не достигаются. Вот, собственно говоря, то, что произошло в Северной Африке, на Ближнем Востоке, и представляет такую классическую смуту, в результате которой народ погружается в хаос и проливается кровь, а цели, которые декларируются, практически не достигаются. Вот дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке породила насилие, как я уже сказал, в отношении христиан и изгнание их из своей родной земли. Они оказались самыми беззащитными пред страшным лицом экстремизма, терроризма, прикрывающегося именем ислама. Террористы идут на неслыханные по своей жестокости деяния, декларируя своей целью полное изгнание христиан из мест их традиционного проживания. То, что происходит сегодня в этом регионе, с полным правом можно назвать геноцидом христианского населения. Приведу цифры. Может быть, многие из вас эти цифры знают, и знают, наверное, больше, чем я. Но мне приходилось посещать Ирак на исходе правления предыдущего режима. И поскольку основное сосредоточение исторических христианских общин на севере Ирака, то я посещал север, посещал город Мосул, посещал замечательные древние монастыри, поражался красотой и величием исторических храмов, памятников архитектуры, имеющих общецивилизационное значение. В то время в Мосуле было 45 христианских храмов. Сегодня ни одного. Ну ладно бы закрыли и сделали бы там машино-тракторные станции, как это было в других местах. Так нет же, уничтожили все до основания. А вместе с этим рукописи, фрески, произведения искусства. В Сирии разрушено и уничтожено 400 христианских храмов. Я спрашиваю, а кто их восстановит? Кто даст деньги? И вообще дадут ли? И вообще обратят ли внимание на то, что 400 храмов уничтожены без всяких оснований, без всего, только лишь потому, что кому-то не нравится, что на территории Сирии исторически проживает христианская община. А ведь Ближний Восток – это родина христианства. Вот эти страшные события, они повлекли за собой, как вы знаете, изгнание христиан с Ближнего Востока, физическое уничтожение. И вот эти страшные картины уничтожения коптов, а затем эфиопов в Ливии являются, конечно, как бы демонстрации силы и устрашения, но ведь на самом-то деле это маленькая часть того, что происходит. Потому что каждый день людей убивают за их убеждения. И вот я теперь спрашиваю, а почему мир-то как-то робко об этом говорит? И если мы ставим вопрос о том, что присутствует такой феномен, как христианофобия, не только на Ближнем Востоке, а если взять Пакистан, Нигерию, некоторые другие африканские страны, а если взять благополучные европейские страны, где людям в некоторых странах запрещают с крестом на работу пойти, где изгоняется слово «Христмас» и заменяется каким-то словом «Иксмас» или вообще просто «зимним праздником», где слово «Пасха» уже как бы неприлично часто употреблять, а говорят просто «весенний праздник». Вот какова же природа этого явления? Это очень серьезный вопрос. Конечно, терроризм, который наносит колоссальный ущерб, как я уже сказал, культурным памятникам, историческому наследию, который уничтожает людей, он с собой затмевает вообще эту общую проблему христианофобии. Но она существует, эта проблема. Масштабный исход христиан из ближневосточного региона вместе со стремительным распространением экстремизма и терроризма являются, как нам кажется, долгосрочным фактором дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И действительно, исчезновение христианского населения ведь нарушает балансы.
и провоцирует исламский экстремизм. Потому что многорелигиозное общество, которое на протяжении веков привыкло к существованию именно в таких границах и в таком измерении, оно становится монорелигиозным. Причем эта монорелигиозность создается на волне нетерпимости к иным религиям. Что же ждет эти общества? Какой сгусток негативной энергии мы будем иметь в этих регионах? Как можно будет развивать отношения со странами, которые и с обществами, которые возникли на волне такой страшной нетерпимости? Это все вопросы не только к теме урегулирования политического положения на Ближнем Востоке. Это вопросы глобального порядка, глобального измерения. Поэтому нам кажется, что необходимы чрезвычайные усилия, которые должны быть направлены на решение проблем Ближнего Востока, Севера Африки, и в том числе на решение той проблемы, о которой я сейчас говорил. Вот в этой связи мне хотелось бы особенно подчеркнуть важность отношения Русской Православной Церкви и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Все эти темы находятся на повестке дня наших постоянных рабочих контактов. И как результат, у нас есть общая согласованная линия действий. И в частности, которая привела к принятию недавней резолюции, инициированной Россией, Ватиканом и Ливаном по защите христиан. Полагаю, что этот документ может являться сейчас отправной точкой для развития более широкого международного сотрудничества вокруг этой темы. Церковь исходит из понимания того, что внешние конфликты являются проявлением поврежденного грехом внутреннего состояния человека. Замечательные есть тексты библейские, я не буду их сейчас вам приводить, но и добро, и зло исходит от человеческого сердца. Когда мы начинаем об этом говорить, то в компании людей прагматических, нацеленных на решение конкретных вопросов, это звучит как какая-то демагогия, как что-то очень отвлеченное. Но это совсем не так. Без обращения к внутреннему состоянию человеческой души невозможно решить ни одного важного вопроса, будь то внешнеполитического, внутриполитического, социального, культурного, экономического. Ну, вот пример, борьба с коррупцией. Но можно хватать сколько угодно губернаторов, мэров, сажать, штрафовать. Но если человек не чувствует угрызения совести, когда он ворует, когда он собирает у слабого, но какими законами его можно вспугнуть? Он только будет еще более хитрым, еще более ловким, еще более организованным. Ведь то же самое происходит и на уровне международных отношений. Но если не болит душа от того, что невинные люди погибают, но все же остальное превращается в пыль, в мусор, в пустые слова. Только сопричастность человека страданию других может привести к реальным действиям. Вот на фоне вот такие действия иногда и производят пассионарные люди. Не весь откуда берущиеся, организующие вокруг себя массы других людей. И им верят, потому что чувствуют право, что это не просто профессиональная защита чьих-то прав, а это соучастие в страдании другого человека. Вот, может быть, специфика христианского церковного участия в такого рода проблематике, в такого рода соработничеству с другими и заключается в том, что мы стараемся никогда не терять из вида вот это вертикальное измерение проблемы, то есть то самое измерение, которое затрагивает человека и поставляет человека с его мыслями, с его
чувствами, с его радостями и страданиями перед лицом Божьим. И в свете Божьей правды иначе представляются, в том числе и международные конфликты. И акценты расставляются иначе. Вот эта специфика участия церкви в международных делах. Современный образ жизни и стиль мышления людей кардинально изменился под влиянием стремительных экономических и социальных процессов. Многие люди просто перестали задумываться о своем нравственном состоянии, о ценностной ориентации и духовном развитии. Следствием это стало возведение в культ, в первую очередь, чувственных удовольствий, появление новых ложных ценностей и формирование у человека ощущения вседозволенности. Человек, живущий без Бога, начал воспринимать себя мерой вещей. Свобода перестала быть сознательным ответственным выбором, а была определена в услужении прихоти человеческой эгоизму. И в самом деле, вокруг чего все сейчас проблемы крутятся. Я так хочу, а я сам мера вещей. Нет никакой абсолютной меры. Никакого абсолютного авторитета не существует. Все это сказки. Человек свободен, а раз он свободен, он сам в себе и несет меру вещей. Но какая может быть солидарность, если вот таким образом формируется сознание людей? Это фундаментальный вопрос выживания человеческой цивилизации. И в этом смысле христианское, вообще религиозное свидетельство очень сильное, потому что оно апеллирует к высшему авторитету. Есть авторитет, есть мера вещей. И ведь если посмотреть на развитие права, всей системы права, ведь источником права всегда была нравственность. А что такое нравственность? А это общепринятое понимание того, что есть добро и что зло. А что такое общепринятое понимание? Значит, должен быть общий критерий для всех приемлемый. Вот этим критерием, этим мерилом всегда было божественное начало. Люди отказались от божественного начала. Особенно все это так мощно стало развиваться в эпоху Ренессанса. Зачем Бог? В центре надо человека поставить. Вот поставили человека. Ну, постепенно все это развивалось. Вначале робко. Никто не посягал на нравственные принципы. Даже в Декларации прав человека Организации Объединенных Наций и то есть ссылка на мораль, как то, что может ограничивать человеческие права. А где теперь сказано? В каком европейском законодательстве сказано, что мораль ограничивает человеческие права? Уже сказано быть не может, потому что морали общей не существует. Вот этот фундаментальный вопрос, от которого зависит, как я сказал, судьба человеческой цивилизации, он будет либо решен в сторону некоего нравственного консенсуса, в котором, кстати, могут участвовать люди нерелигиозные, как это было в том числе, можете удивлю кого-то, в советское время. Мораль нерелигиозного сообщества совпадала с религиозной моралью. Иногда даже коммунистов обвиняли. Говорят, ну вы там все заимствовали у христиан, вот так получается. Так так оно и было. Ну а мораль-то была общая. И мы никого не принуждали к тому, кто, не разделяя религиозных убеждений, признавал наличие абсолютной правды, абсолютного добра и абсолютного зла. У нас был ответ, почему это так. Но наши атеистические братья по-своему это объясняли. Да Бог с вами, как вы объясняете. Главное, чтобы вы признавали. А сегодня нет в мире, по крайней мере в западной цивилизации, нет этого согласия. Отсюда проистекает плюрализм истин. Сколько человек, сколько умов, столько и голов. Столько и моделей поведения. Вы говорите, что плохо делать то или иное, а я вам говорю, что хорошо. И почему ваша правда должна мою правду ограничивать? Но я не говорю о том, что вот эта идея, она, конечно, работает на эгоизм, на потребительство, на достижение чувственных удовольствий, на прожигание жизни. Какие могут быть высшие идеалы вообще? Зачем? Живем только здесь, живем один раз. Значит, нужно больше зарабатывать, больше тратить, веселее жить.
А если кто-то будет мешать, убрать его в сторону. Если можно тихонько убрать, тихонько убери. А если нужно силу употребить так, чтобы затрещала спина у целых народов и государств, употреби, ничего страшного нет. Такова наша правда. Мы иногда говорим о двойных стандартах. Такая очень политкорректная формулировка. Не двойные стандарты, тройные, десятерные, многотысячные стандарты. Если у людей нет нравственного консенсуса, если на основе этого консенсуса не строится право, в том числе и международное право, тогда ни о чем договориться будет невозможно. Помимо, вот на фоне всего этого, конечно, развиваются вещи, которые шокируют людей. Вот вся эта тема однополых браков, эвтаназии, включая детскую эвтаназию, как это теперь в Бельгии разрешено. Все это многим людям помогает понять, что что-то не то в датском королевстве, что-то не то в нашей цивилизации. Что-то надо не менять. Но вот поймем ли мы все настолько, чтобы объединиться в каких-то конкретных действиях, или в очередной раз прохлопаем эпоху и выйдем на новый виток разрушения человеческой личности и человеческой цивилизации. И сколько таких там витков-то еще осталось? До великого и страшного Божьего суда никто не знает. Помимо прямой угрозы жизни человека, мы сталкиваемся с сознательным, конечно, размыванием нравственных принципов. И вот это, мне кажется, как я уже сейчас только что сказал, мне кажется самым фундаментальным и самым важным вопросом современности. Тут какой-то конспектик, я вот так иду по нему очень так неаккуратно, поэтому простите, одним глазом заглядываю, а потом понимаю, что уже говорить этого не надо. Вот поэтому я сейчас большую часть пропущу для экономии времени вашего. Ну, теперь бы к практическим темам перешел. Опять касающихся внешнецерковных отношений. Я с удовлетворением констатирую высокий уровень отношений Русской Православной Церкви с Римо-католической Церковью, который был достигнут в последнее время. Он продиктован в первую очередь ясным осознанием необходимости объединения усилий православных и католиков для отстаивания традиционных христианских ценностей. Особую актуальность приобрело православно-католическое сотрудничество в деле защиты христиан от преследований, о которых мы уже сегодня говорили. Хотел бы подчеркнуть, что Папа Римский Франциск и Государственный секретариат Святого Престола поддерживают взвешенную позицию по ситуации на Украине, избегают односторонних оценок и призывают к прекращению братоубийственной войны. Такая позиция совпадает с позицией Московского патриархата. И это очень важно, потому что, как мы знаем, на Украине греко-католики и раскольники – они придерживаются другой позиции, они занимают одностороннюю позицию, они подливают масло в огонь, они возбуждают негативные чувства, они натравливают одних против других, называя это защитой национальных интересов, устраивают охоту за ведьмами, захватывают православные храмы и превращаются из миротворческой силы, каковой церковь должна быть, как говорится, по определению, в идеологическую силу, обслуживающую одну сторону гражданского конфликта. Кстати, когда у нас происходили революционные события 90-х годов, очень многие в нашем обществе, особенно тогда продвинутые люди, как говорят, креативные, обращаясь к церкви, говорили: слушайте, вы должны поднять борьбу с режимом, знамя борьбы с режимом. Это же безбожный режим был. Вы должны возглавить революционную борьбу. Причем находились и в наших рядах какие-то такие крикуны, которые там выступали на митингах. И вместо того, чтобы выйти в рясе с крестом и сказать людям «мир вам», кричали «долой, позор» и так далее. Почему церковь не пошла по этому пути? Да очень по простой причине. Потому что православные люди были по одну и по другую сторону баррикады. И задача церкви заключалась в том, чтобы повлиять
на умы людей таким образом, чтобы преобразования в стране были мирными, чтобы они не раскололи общество, чтобы не спровоцировали гражданскую войну. И вот мы набрались опыта в 90-е годы. Мы понимаем, как сейчас нужно работать с гражданскими конфликтами. И мы обращаемся к нашим украинским братьям и говорим, что церковь не может занимать иной позиции, кроме миротворческой. Кстати, такая позиция уязвима, потому что она не нравится одним и другим. Одни говорят, что вы недостаточно патриотичны в пользу Киева, другие говорят, что вы недостаточно патриотичны в пользу населения восточных областей Украины. Но церковь не сойдет с этого пути, потому что это единственный способ начать собирать камни. Кто-то должен обладать миротворческим потенциалом в стране. Сегодня таким потенциалом обладает только Украинская православная церковь Московского патриархата, которая преследуется именно потому, что она стоит твердо на миротворческих позициях. И вот здесь позиция Римо-католической церкви, как и позиция всех поместных православных церквей, она общая. Она именно формулируется в тех категориях, которые я сейчас пытался сформулировать. Если говорить о христианах России, стран бывшего Советского Союза, то в целом они имеют общую позицию по нравственным проблемам. И даже протестанты, находящиеся на территории бывшего Советского Союза, имеют близкую к православной церкви позицию по современным нравственным проблемам. В том числе вот по всем этим гомосексуальным делам и всем прочим, которые, к сожалению, еще более усугубили разрыв между православием и протестантизмом, и католической церковью, конечно, в масштабах всей Вселенной, потому что протестантизм очень быстро радикализируется, он находится под сильным влиянием, всегда находился и сейчас находится, под сильным влиянием внешнего фактора, ну и, как говорили классики марксизма, обслуживает правящую элиту. Добавить ничего невозможно. Идеологически обслуживает моду. Вот сейчас тренд на признание таких браков, и протестанты за. А церковь не может вот так обслуживать моду. Она не может идти в фарватере светской философской мысли. Потому что она отталкивается от своих собственных вероучительных источников и не может разменивать свою позицию. Так вот, на территории бывшего Советского Союза протестанты, православные и католики имеют общие позиции по основным проблемам современности, что, конечно, нас в социологическом плане очень сближает, и поэтому именно у нас создана такая организация, как Христианский межконфессиональный консультативный комитет, а также Межрелигиозный совет России, который успешно функционирует. Еще одна тема. В трудные годы холодной войны, когда практически очень сложными были отношения между Советским Союзом, Соединенными Штатами, Востоком и Западом, церкви Востока и Запада играли очень важную миротворческую роль. Мы устанавливали мосты. Мы встречались неформально и формально. Мы добивались общих резолюций. Активность вот этого межрелигиозного и межконфессионального диалога была настолько велика, что в повестке дня Московского патриархата того времени эта тема занимала одно из приоритетных мест. Сегодня, к сожалению, ничего подобного не происходит. Нам еще предстоит проанализировать, почему христиане в трудное время, в том числе христиане России и Соединенных Штатов, почему в это трудное время они как-то не протягивают друг другу руки. Но полагаю, что это то, чем нам предстоит заниматься. Потому что если говорить о реальном примирении народов, то без участия религиозного фактора очень тяжело такого примирения обеспечить.
Поэтому считаю, что в повестке дня Московского патриархата тема межконфессионального и межрелигиозного диалога будет занимать все больше и больше места, в том числе учитывая эти очень важные, в хорошем смысле слова, предкладные цели, то есть обеспечение взаимопонимания между народами, улучшение атмосферы, укрепление доверия и так далее. Дальше в моей подсказочке написано то, что я уже сказал. Это добрые слова в адрес Академии. Каковыми я бы хотел завершить свое выступление. Благодарю вас за внимание. Мы всегда, не побоюсь этого слова, наслаждаемся вашими выступлениями. Они для нас всегда источник разума, источник человеколюбия, источник нравственности, высокой морали, источник знаний и источник идей. Я вот хочу сообщить присутствующим, что у нас есть такие курсы, высшие дипломатические курсы, это для вновь назначенных послов, советников, посланников и генеральных консулов. И в рамках этих курсов, они проводятся два раза в год, Святейший Патриарх принимает наших курсантов. И для них это главное событие на курсах, хотя перед ними выступают очень многие известные, выдающиеся люди, но иногда не удается встретиться с Патриархом, и тогда они нам говорят: вы курсы провалили. Я не преувеличиваю, так оно на самом деле и есть. Поэтому мы надеемся, что впредь мы будем иметь удовольствие быть принятыми Святейшим Патриархом. Хочу также отметить, что мы рассматриваем Патриарха, и так оно на самом деле и есть, не только как великого богослова, но как выдающегося ученого в области философии, истории, политологии, социологии, психологии. Мы сегодня в очередной раз с вами могли в этом убедиться. И мы не только слушаем выступления речи Святейшего Патриарха, мы изучаем его труды. Они используются в учебном процессе, используются в научных исследованиях. И поскольку сейчас теперь уже Святейший Патриарх любезно согласился стать нашим почетным доктором, то вот у нас предстоят экзамены летом, я хочу предупредить присутствующих студентов, слушателей, что слово придется неправильно, наверное, употребить в данном случае. Вы будете иметь удовольствие изучить эти труды, если вы хотите, чтобы мы вам поставили позитивные оценки на ваших экзаменах. Труды Святейшего Патриарха – это часть того багажа интеллектуального, который вы должны освоить, чтобы завершить успешно экзаменационную сессию и вообще учебу в Академии. В заключение я еще раз хочу горячо поблагодарить Святейшего Патриарха за то, что он согласился стать нашим почетным доктором. Это действительно колоссальный для нас почет. И вручить небольшие подарки, если возражаете. Хотя мы готовим здесь дипломатов, но некоторые из дипломатов одновременно являются художниками. Это, собственно, не удивительно. Мы помним, Пушкин был и дипломатом. Поэтому вот у нас художник, он аспирант Владимир. Thank you.
история каждого патриарха, включая последнего. Вот летопись патриаршего служения. Лично для вас я хотел бы преподнести вот такое пасхальное яйцо. Ну вот, а в качестве помощи для подготовки студентов к экзаменам какие-то тексты, которые я написал. Спасибо. К счастью, я принес сюда не все, потому что иначе был бы избыточный материал по религиозной теме. Но вот так то, что сейчас в последнее время. Спасибо, это обязательно. Уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа, разрешите еще раз поблагодарить Святейшего Патриарха за ту честь, которую он нам оказал, и будем надеяться, что мы действительно будем углублять и расширять сотрудничество с нашей Православной Церковью при вашем благословении. Спасибо. Спасибо. Постойте, ребят, 5 секунд. Огромный привет, да, спасибо, что несколько, да, привет, скажите, да.